Лучше начать сначала. Сработало. Я разобрался с этими тварями. Больше тебе нет причин бояться теней. Правда? Они же такие ужасные. И ты с ними сразился? Да. Это были карлы. Карлы? По звуку-то казалось, что они куда больше были. Но их там было некоторое количество. Слушай, не говори никому об этом, ладно? Парни от меня вообще не отстанут. Будут мне ихние головы в кровать подбрасывать еще долго. Хорошо. Я никому не скажу. Спасибо. Ты настоящий друг. Будем надеяться, эти твари пока что останутся в тени. Я пришел от мастера Сайруса. И? Они наконец-то готовы? Мы можем отправлять ящики? Да. Хорошо. Тогда я сдвину дело с мертвой точки. Есть кое-что еще. Да. Мастер Сайрус хочет получить определенные артефакты немедленно. Я обязан доставить их ему лично. Ты говоришь о важных предметах. Как я могу быть уверен, что ты не сбежишь с ними? А как же доверие к людям? Недоверие приходит с опытом. Почему я должен тебе верить? А то, что он оторвет мне голову, если я вернусь с пустыми руками. А, это похоже на мастера Сайруса. Ладно, я доверяю тебе. Отнеси ему артефакты, пока он не рассвирепел.
Привет. Ты направляешься в монастырь? Мастер Абракс послал меня проверить, как ты здесь. Правда? Но я пока что в порядке. А вот что там с Крейбаном, я не знаю. Нас с Крейбаном отправили собирать растения. О боже, и зачем меня занесло на этот проклятый остров? Успокойся. Не нервничай. Что же произошло? Что ж, нас с Крейбаном отправили собирать растения. Эту часть я знаю. Что произошло дальше? В том-то и дело. Я помню, что мы решили разделиться. Не самое разумное решение. Мы подумали, что так соберем растения быстрее. Но потом я услышал странные звуки. Они были ужасны. И с тех пор я его не видел. Ты искал Крейбана? Я послушник. Я собираю травы и переписываю рукописи. Я ни за что не пойду в этот лес. Я не могу пойти туда и сражаться, что бы там ни было. Я лучше на всю жизнь останусь послушником, чем буду героем 15 минут. Когда ты последний раз видел Крейбана? В лесу. Как раз перед тем, как мы расстались. И когда это было? Пару дней назад. Я не знаю точно. Почему ты не вернулся в монастырь? Поверь, если бы ты видел мастера Абракса, когда он сердит, ты бы тоже подумал дважды. Я позабочусь о Крейбане. А пока дай-ка мне свои растения. Зачем? Ты хочешь собрать оставшиеся? Верно подмечено. Я подберу парочку вещей и отправлюсь в путь. И ради бога, не сходи с тропы. Не беспокой меня. Здесь никого не осталось. У тебя наверняка есть с кем еще поговорить? Иди и поговори с кем-нибудь другим. Ты ведь настоящий? Конечно, я настоящий. Прости, прости. Чем дальше, тем сложнее становится различать. Кто ты? Меня это... зовут Леоном. Леон, ты, кажется, нервничаешь слегка. Найти тебя определенно было нелегко. Зачем ты меня искал? Твоя мать волнуется. Моя мать всегда волнуется. Можешь передать ей, что я еще жив. Пока что. И по ней скучаю. Матерям такое нравится. Сам ей передай. Я назад не вернусь. Я ушел, чтобы побыть в покое. Что ты тут в глуши делаешь один? Ищу что-нибудь, чтобы перекусить. Ты уверен, что это все? Конечно. Я ж охотник, в конце концов. Вот, охочусь. Ты, честно говоря, больше похож на мародера. А мародеров здесь не особенно любят.
Слушай, я не хочу тебе создавать никаких проблем. Я уже говорил, я простой охотник. Хватит уже, я тебе не верю. Давай, выкладывай, чем ты тут занимаешься на самом деле. Ну ладно, ладно, я искатель сокровищ. Слышал, что в развалинах тут полно всякого. Хочу вот подзаработать. Я даже обзавелся киркой и лопатой. Хватит врать. По глазам же вижу, что обманываешь. Ты от меня так просто не отстанешь, да? Ни за что. Ну ладно тогда. Только ты все равно мне не поверишь. Прямо перед тем, как Орден запер Харбор Таун, мне начали кошмары сниться. Потом еще хуже стало. Я начал видеть призраков, слышать голоса в голове. Я сбежал из города, но тут легче не стало. Я уже 100 лет не спал нормально. Все время голоса, что-то нашептывают. Эти привидения, блуждающие призраки, от меня так просто не отстанут. С чего бы мертвому лорду преследовать тебя? Если б я только знал. Значит, эти призраки с тобой разговаривают? Только один из них. Называет себя лорд Патроскон. Что ты можешь мне рассказать про лорда Патроскона? Да. Когда он появляется, я слышу в голове его ужасный шепот. Он говорит чудовищные, чудовищные вещи. Если они тебя одного преследуют, то ты, ясное дело, что-то натворил. Я нашел в лесу это странное кольцо. Просто нашел, понятно? Ни у кого не крал. Оно там лежало. С тех пор и их вижу. Покажи мне кольцо. Вот. Наверное, это кольцо принадлежало им. А мертвые не любят, когда трогают их вещи. Черт побери. И что мне теперь делать? Ты не знаешь, откуда берутся эти призраки? Нет. Ну, мне снятся башни. К северу отсюда есть разрушенная башня. Вдоль западного побережья еще башни есть. Может быть, они оттуда и появились. Может быть, я решу твою проблему с призраками. Правда? И как ты это будешь делать? Направлюсь в башню. Посмотрим, что там такое. Это было бы здорово. Не знаю даже, сколько еще я смогу вынести. Кому принадлежит эта лачуга? Мне. Теперь. Значит, ты ее занял. Ты думаешь, красть чужой дом? Это нормально? Слушай, ты сам видишь, на этом острове все вверх дном. Меня тут никто пока не беспокоил. Хозяин либо помер, либо отправился в монастырь. Да уж, похоже на то. А как ты из Харбортауна выбрался? Через стену перелез. Так просто? Ну, просто. Если не считать того, что тебя никто не должен увидеть при этом. Я принес тебе твои травы. Так-так. Это не заняло у тебя много времени. Ты неплохо справился. Считай, что мое испытание пройдено. Но пусть это станет твоим стимулом к учению. Ты далеко пойдешь, если будешь учиться. Спасибо, мастер. Есть известие о послушниках? Мне очень жаль, но Крейбон мертв. Позор. Ошибка. Я недооценил опасность его задания. Вот это тебе за труды. Сириус как раз сейчас возвращается обратно. Я нашел его возле леса. Хорошо. Думаю, что Сириуса нужно еще потренировать, прежде чем давать ему новое задание. Вот это тебе. Я разговаривал с Северином. И?
Он отправляет следующую партию в монастырь. Отлично. Время дорого. Время дорого. У меня артефакты от Северина. Хорошо. Хорошо. Этот диск выглядит своеобразно. Древний. Да. Может заинтересовать Мендосу. Ты прекрасно справился. Прекрасно подразумевает вознаграждение. Можешь взять один малый артефакт. Я бы хотел взять свиток. Прибавка к базовому показателю силы. Его можно использовать лишь однажды. И, пожалуйста, помни, что сила — это еще не все. Я нашел огненный кристалл. Нисколько не сомневался в твоих способностях. Когда будешь готов, начнем учить тебя магии кристаллов. Скоро ты сможешь войти в круг магов. Мастер Палас не стал меня испытывать. Должно быть, он считает, что ты и без того достаточно продвинулся. Будем считать, что этот вопрос решен. Я прошел испытание мастера Абракса. Еще один шаг по выбранному пути. Я доставил артефакты по требованию мастера Сайруса. Ну что, отличная работа. Эти артефакты могут открыть тайны, важные для нашего будущего. Я разгадал загадку мастера Витуса. Его методы обучения несколько необычны, но весьма эффективны. Мастер Иллюмар научил меня создавать свитки. Это искусство может спасти тебе жизнь когда-нибудь. Надеюсь, ты был внимателен. Я выполнил задание, как ты требовал. Да, я слышал от других магов, что ты неплохо справляешься. Ты готов к посвящению. Нужно произвести должные приготовления. Мастер Игнатий, что мне придется делать во время посвящения? Инквизитор задаст тебе несколько вопросов. Не волнуйся, это не испытание. Просто отвечай, как подсказывает тебе сердце. Потом ты принесешь присягу кругу священного огня. И это все, что от меня потребуется? Да, это все. Какие приготовления? Для посвящения тебе понадобится посох мага. Карлсон может тебе с этим помочь. Сходи к нему. Когда вернешься, я провожу тебя в зал пламени. Меня прислал мастер Игнатий. Мне нужен посох мага. Ты быстро продвигаешься. Уже член круга. Просто невероятно. В общем, вот твой посох. Отличная работа. Спасибо. Не благодари меня. Твою жизнь может спасти лишь твое собственное умение с ним обращаться. Осторожнее с этим оружием. Хорошо. Стоять! Никто не пройдет к храму. Вот и ты. Готов к посвящению? Вполне. Тогда следуй за мной в зал пламени.
Хранители священного огня собрались с тем, чтобы ты мог дать обет круга. Ты прошел испытание? Да. Готов ли ты принести обет? Да. Тогда приступим. Будешь ли ты чтить священный огонь, круг и его законы? Буду. Честь круга следует защищать. Я буду защищать круг. Мы сражаемся за людей и за человечество. Они полагаются на наши силы. Я стану их силой. Невежество наш враг. Я буду нести знания. Неуверенность наш враг. Я не стану колебаться. Твой обет связывает тебя с кругом. Теперь твой путь в этой жизни будет путем круга священного огня. Истина и справедливость станут рядом со мной. Да будет слово, что несешь ты от нашего имени, истинным. Да будет слово твое нашим суждением. Ты будешь нести милосердие. Ты будешь нести правосудие. Став воином Ордена, ты будешь сражаться за нас посохом и огнем. Носи этот доспех как знак твоего обета. Он даст знать людям о твоей клятве. Церемония закрепила нашу связь. Теперь твое будущее принадлежит кругу. Я готов его встретить. Отлично. Тогда с этой самой минуты ты работаешь на меня. Ты будешь подчиняться только моим прямым приказам. Вполне. Хорошо. Но, полагаю, у тебя есть вопросы. А ответы я получу? Чтобы понять, зачем я здесь, чего ради мы сражаемся, ты должен знать определенные вещи. Так что задавай свои вопросы. Есть. Боги покинули наш мир. Человечество должно было обрести свободу. Но вместо этого пришли бури, сметающие нас с лица земли, и чудовища, убивающие людей. Но у нас есть еще шанс, пока в этом зале горит священный огонь. Посмотрим, отвечаешь ли ты за свои слова. Я поручу тебе одно задание, и если ты его выполнишь, я сочту это знаком того, что Дону можно доверять, что его слова правдивы. Что такого важного в священном огне? Огонь — источник магии. Сила его оберегает этот остров. Оберегает остров? А как насчет развалин и этих существ? Не они являются нашей первоочередной заботой. Беспокоиться следует из-за бурь. Почему боги покинули мир? Маг, стремившийся освободить человечество, прогнал богов из нашего мира. И теперь мы во власти того, что принесла его магия. Главное теперь — выжить. Ты говоришь о еще большей угрозе. Чего же ты так боишься? Темная волна, при помощи которой маг освободил нас от богов, выпустила новую силу — титанов. Вместе с бурями они пересекают моря. Я видел их. Я видел разрушение, которые они несут человечеству. Они повсюду, и у нас нет оружия, способного нанести им вред.
Как нам остановить разрушение? Покуда горит огонь, этот остров в безопасности. А значит, у нас есть время. Время, чтобы выяснить, почему титаны сюда не заходят, и как мы можем их остановить. Кто такие эти титаны? Пойдешь ли ты за мной, чтобы узнать это? Да, показывай. Хорошо, я в тебе не ошибся. Следуй за мной, и ты узнаешь правду. Тут явно замешана магия. Интересно. Все известные тебе земли этого мира когда-то находились во власти титанов, древнейших существ, создавших этот мир. Они — дикие силы природы, укрощенные богами, которых ты знаешь с детства. Богами, поработившими и человечество. Долгом человека было освободиться от богов и в борьбе сбросить эти оковы. Но в этой борьбе освободились и титаны. И теперь они стремятся отобрать этот мир у человечества. Или люди, или титаны. Кто-то должен уступить. Человечество должно выстоять. Следуй за мной. Мы об этом позаботимся. Не очень понятно. Хорошая работа. Мы должны продолжать движение. Я сражался с титанами на суше и на море. Однако их магия древняя и сильная, а сами они бесплотны. Мы можем победить, лишь научившись использовать огонь. И для этого мы должны познать его тайны. Пойдем, нам нужно идти. В развалинах храмов таится множество секретов. В одном из храмов я нашел окуляр. Он позволяет мне видеть движение магических потоков. Священный огонь родился в жерле вулкана, куда стекаются все источники острова. Должно быть, это каким-то образом связано с тайной спасения острова. Нужно идти дальше. Пойдем. Эти врата приведут нас к источнику священного огня. Эти врата расскажут нам секрет бурь. Человечество нужно защитить. И ключ к его защите таится в огне.
А можно как-нибудь побыстрее сюда попасть? Возьми этот телепортационный камень. Это ценный артефакт, найденный в храме. Он перенесет тебя прямо ко мне. Таково твое задание. Таков твой долг. Не подведи нас. Как нам открыть эти ворота? Здесь не поможет ни магия, ни грубая сила. Нужны 5 ключей. 5 кристальных дисков, способных открыть этот механизм. Откуда ты знаешь, как это открывается? У меня есть один такой диск. И он подходит к замку. К несчастью, он поврежден. Никто не знает, где остальные 4. Но они должны быть где-то на острове. Я прибыл на этот остров в поисках ответов. И ответы находятся за этими воротами. А ты поможешь мне проникнуть туда. Найди эти диски. Найди и принеси их мне. Я найду кристальные диски. В развалинах действуют бандиты. Может быть, они нашли что-нибудь полезное? Посмотри в лагере. Поговори с их главарем. Если найдешь диски, неси их сюда. А что, если Дон устроит нам проблемы? Дон — человек серьезный. С ним можно договориться. А что мне ему предложить, если будут переговоры? То, что он хочет. Золото. Скажи, что может сколько угодно грабить развалины, уносить любые безделушки. Меня интересуют только диски. Инквизитор, ты можешь обучить меня? Если хочешь, я могу обучить тебя бою. Насчет кристальных дисков. Что случилось с поврежденным диском? Он подвергся действию темной волны, при помощи которой были изгнаны боги. Кристалл потерял всю свою силу. Без него нам не открыть портал. Зачем мы тогда вообще сюда пришли? Все же я думаю, что поврежденный диск можно починить. Я отправил мага по имени Сайрус, чтобы тот восстановил диск. А где мне еще поискать, кроме лагеря Дона? В монастыре дисков нет. Однако Северин собирает артефакты в лагере Инквизиции у места под названием Ферма Тильды. Будем надеяться, там что-нибудь найдется. Поговори с Северином и узнай, что им удалось выяснить. Насчет кристальных дисков. А кто может починить диск? Надеюсь, друид Элдрик. Он эксперт по кристаллам. А также долгое время изучал тут руны. Если кто-то на острове и способен починить диск, то это он. То есть ты не знаешь точно, сможет ли он восстановить диск? Если всю жизнь ждать, пока ты точно все не узнаешь, то так ни с чем и останешься. Я отправил к друиду Сайруса. Он еще не вернулся. Ты бы сходил к нему и проведал, как успехи у друида. Думаешь, с Сайрусом что-то случилось? Это-то и надо выяснить. Диск должен быть восстановлен. Я поищу мастера Сайруса. Хорошо. Займись этим. Проконтролируй, чтобы Элдрик починил диск, а затем принеси его мне. Но торопись. Времени у нас немного. А где мне искать этого друида Элдрика? Он живет отшельником в избушке в восточной части острова. Она находится у подножия вулкана, в тени горы. А чем занимаются друиды? Друиды изучают магию,
основывающуюся на необузданных силах природы. Они из-за этого немного странные. Всю свою жизнь пытаются стать ближе к природе, изучают животных и избегают цивилизации. А этот друид сможет нам помочь? Друиды хранят очень древнее и могущественное знание. Знание, которое сейчас нам необходимо. Чья это могила? Еще одна могила. Надеюсь, что Инквизитор сможет нам помочь. Я готов изучать магию кристаллов. Ты уже выбрал, какой тип кристаллов ты хочешь изучать? Я знаток огненных кристаллов и могу раскрыть тебе их секреты. А какие еще бывают кристаллы? Если хочешь изучить стреляющие кристаллы, поговори с мастером Витусом. Мастер Палос может раскрыть тебе секреты ледяных кристаллов. Мастер Палос? Он давно уже никого, считай, не учит, но мало кто знает о кристаллах больше, чем он. Научи меня магии. Покажи мне, как наколдовать шар огня. Для того, чтобы использовать шар огня, нужны не только навыки в магии. Требуется также ловкость и ум. Выбери цель и попади в нее поточнее. Точное заклинание нанесет больший урон противнику. Ты можешь обучить меня заклинанию снаряда? Сначала тебе потребуется стреляющий кристалл. Я нашел стреляющий кристалл. Очень хорошо. Теперь я могу обучить тебя. Чему ты можешь научить меня? Расскажи мне, что ты знаешь о заклинании снаряда? Кристалл обучит разным навыкам. Первый из них — как увеличить причиняемый вред. Сконцентрируй на этом свою энергию.
Я хотел бы изучить магию ледяного кристалла. Хотел бы изучить, говоришь? Моя роль здесь – заниматься делами нашего сообщества. Это первостепенная задача. Если ты хочешь помощи от сообщества, помоги сперва сам. И в каком же виде от меня требуется помощь? В виде пожертвования в 1000 золотых монет в пользу монастыря. Тогда я займусь твоим обучением. Немаленькие запросы. Все имеет свою цену. Если хочешь снизить ее, мне нужны кое-какие вещи. Принеси мне их, и цена в золоте упадет. Что тебе нужно? В первую очередь, мне нужно холодное сердце болотника. Также нужен маленький сапфир. Вот сердце болотника, как ты и просил. Хорошо. Я снижу цену твоего обучения. Вот сапфир, который тебе был нужен. Хорошо, очень хорошо. Теперь у меня есть все, что нужно. Пожалуйста, расскажи мне о ледяном кристалле. Начнем сразу же, как только будешь готов. Вот твой кристалл. Чему ты можешь научить меня? Научи меня, как наколдовать ледяное копье. Не торопись и познакомься с возможностями кристалла. Твое сознание должно нащупать его структуру, почувствовать пути, по которым течет энергия. Ключом к познанию является опыт. Опыт и терпение. Еще раз благодарю тебя за помощь. Ты помогла мне. Теперь я у тебя в долгу. Северин хороший человек. Он кажется свирепым, но у него нежная душа. Ну, если ты так говоришь... Я в порядке. И береги себя. Надеюсь, что у тебя все получится. Как обстановка? Нам постоянно приходится отбиваться от карлов. 1-2 карла – это даже весело. Но когда их целая стая – это проблема. Я не хочу умереть от рук проклятого карла! О, они возвращаются! К оружию! К оружию! Трусливая тварь, вернись! Ненавижу этих тварей! Вашей проблеме с карлами конец. Если бы все проблемы так легко решались. Я думал, они лишь дожидаются своего часа. Они определенно более упорны, чем обычно, и лучше организованы. Лучше организованы? Ты хочешь сказать, что у них есть вожак?
Ну, ходят слухи, но это всего лишь слухи и болтовня. Нет дыма без огня. Но это всего лишь выдумки. Некоторые из людей слышали, как карлы говорят о Гиргере. Но это миф, существо которого нет. Да и мы не заметили ничего необычного. Звучит, как байки у костра. Да, но карлы изменились. Они никогда не действовали так раньше. Меня прислал Инквизитор. Он ждет, когда будет доставлен кристальный диск. Проклятье. Я знал, что он не забудет об этом. Проклятые карлы. Они украли его? Боюсь, что так. Инквизитор этому не обрадуется. У меня недостаточно людей, чтобы держать их на расстоянии. Ну и что же я скажу Инквизитору? Простите, но вы не сможете получить ваш кристальный диск. Карлы используют его как кухонный стол. Нам необходимо как-то вернуть его. Удачи в этом. Эй, теперь это не только моя проблема, но и твоя. Я знал, что этим все кончится. Что если я поищу кристальный диск? Это помогло бы нам обоим. Я должно быть в благодушном настроении. Извини, думаешь, мне нравится просить? Итак, где эти карлы? Карлы обычно приходят с востока. А что там на востоке? Насколько мне известно, там добрый кусок земли. Дальше скалистый мыс. Ты можешь добраться до него через длинный канатный мост. Ты считаешь, что карлы на мысе? Наши дозорные нигде не видели их лагеря, а на мыс они не забирались.